Добрый день. Буду готовить фаршированные кабачки. Для этого понадобится фарш, тут вырезка и небольшой кусочек филе куриного. Морковка. Морковки побольше. Две луковички. Трем морковку. Лучок. Сейчас будем делать зажарку. Этот лук мы отправляем. Отправляем жариться на сковородку. Сейчас масло разогреется, и мы туда его сгрузим. Лук наш жарится. Обрезаем хвостики у кабачков, режем на половинки. И будем сейчас вот эту серединку выбирать. Выбирать можно, наверное, чуть-чуть ножичком подрезать будет. Вот, ну, как-то, как вы уже там посмотрите, ножичком вот так. А потом ложечкой можно будет достать эту серединку. Так, вот что у нас получается. Вот, вот такой вот красавчик. Сейчас мы его будем фаршировать. Морковку мы отправили уже к лучку. Перемешали и ждем, пока она тоже обжарится. Пахнет вкусненько. Я очень люблю, когда жарко пахнет. Надеюсь, что Дима не видит лук. Ну, хотя это вряд ли, но попробуем. Без лука это блюдо. Многие блюда без лука не блюдо, но здесь надо, надо. Тем более я делаю больше это для сыночка. А он, если захочет, он может один съест и все. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем. Так, дальше мы делаем. Вот это вот то, что мы достали с серединки, тоже режем на мелкие части. Мы его потом к морковке отправим. Добавила перчика. Можете больше добавить, если вы любите. Я люблю перец, сольку. Все по вкусу. Смотрите сами. Все перемешиваем. Вот. И сейчас отправляем на сковородку. Можно было бы, конечно, подождать, но я не хочу взять морковку. Нам пора уже идти спать. Мы сейчас отдельно пожарим фаршик, а потом все просто смешаем, морковку и мясо. А я показывала, как я порезала вот кабачок, внутренность, это мы добавим к морковке. Так, ну красиво. Давайте сюда перенесем красиво. Так, морковочка жарится. И я, наверное, такой съем. Отправляем мяско сюда, на сковородку. Я думаю, что фарша будет много. Вот. Но ничего, я из этого фаршика посмотрю, потом могу сделать пасту. Добавить просто соус какой-то. И к спагетти это будет очень даже неплохо. Такое Дима очень любит. И без лука. Так. Жду, пока жарится. Жарится морковка и мясо. Будет, наверное, очень вкусно. Так, мы пожарили фарш, добавили морковку, лук туда. Теперь будем фаршировать наши кабачки. Так, так просто выкладываем. Это ж красиво. Чуть-чуть сюда. И так вот все выкладываем, заполняем их максимально, сколько вы сможете. Вот так и выкладываем. Так.
Продолжаем. Зафаршировала я их, выложила сюда фарш. Теперь мы их отправляем в духовку. Духовка у нас нагрелась. И оставим, чтобы кабачок у нас не готов. Ставим, давайте на 180 градусов. Все, идем. Так, пока я залипла в телефоне, чуть-чуть они подрумянились. Угу. Ну, я думаю, это не страшно, не сильно подгорели, но. Теперь засыпаем все сыром. Ай-яй-яй-яй-яй. Горе мать. Засыпаем все сырочком. Не знаю, попробуем, что получилось. Я точно съем, а вот ребенку подумаю, дать или нет. Ну, пахнет вкусно, я вам скажу. Очень вкусно пахнет. Поэтому, ну, не критично подрумянилось. Думаю, будет вкусно. Отправляем еще. Ненадолго. Буквально, чтобы подрумянилась корочка сыра. Ждем. Итак, достаю. Пахнет невероятно. Вот красиво. Ну, когда будем кушать, пробовать, покажу вам. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. Ставим лайки.